Предпразднество Успения Пресвятой Богородицы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил всеночное бдение в соборе святых апостолов Петра и Павла города Петергофа. Наши корреспонденты с подробностями. Торжественное богослужение молитвенно объединило сотни людей. Ведь именно в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы совершается чин выноса плащаницы. Правящий архиерей обратился к прихожанам, где вспомнил земную жизнь Божьей Матери. Как мы знаем, Господь поручил ее святому апостолу Иоанну Богослову, и она находилась у него в доме в Иерусалиме. Их дом был недалеко от Елеонской горы, где Матерь Божия дневно принимала людей, которые приходили, интересовались жизнью сына, учением Спасителя. Она старалась просвещать иудеев тем учением, которое Господь даровал роду человеческому. Едва ли можно указать какой-либо чин православного богослужения, хотя бы самый краткий и частный, в котором не было бы обращения к Богородице или с прославлением ее, или с молитвой о помощи и ходатайстве, или же с благодарением за такое ходатайство и помощь. Сегодня такой замечательный праздник. Очень служба хорошая, праздник Успения Пресвятой Богородицы, владыка и митрополит Варсонофий отслужил очень благоприятно. По окончании богослужения митрополит Варсонофий преподнес в дар собору Страстное Евангелие.